Всем привет! Вы на канале Foxtale, с вами Катерина. Мы продолжаем наши великолепные зомбо-приключения в игре под названием Them and Us. А представляешь, в прошлой серии стоило мне попрощаться с тобой, как у меня персонаж просто поворачивается, я вижу, как на столике рядышком, лежит пластинка для сохранения. Господи, как я была счастлива. Так что я сохранилась сейчас, сбегала, все нормально. Мы с тобой продолжаем проходить. Идем в то крыло, где мы с тобой оставили голову, где вот эти зомби пытались немножечко с нами пофлиртовать. Мы берем голову и, наверное, пойдем ее поставим, потому что статуя там стоит без головы. Говорит, ну в конце-то концов, сделай меня полноценной. А куда мне идти? А, вот сюда мне идти, все, хорошо. Немножко заблудилась. Вот, еще я пока сбегала, сохранилась, пока бежала назад, хотела переодеться, а я не могу в ту комнату попасть. Там, видимо, вот этот замок, то, что сломан был, когда мы с тобой выходили с помощью ножа, вот все, все на этом, говорит, Катя, все закончено. Подожди, а где башка была? Башка была внизу. Поэтому все, пока я продолжаю ходить в костюмчике красивенькой полицейской. А где мы с тобой бошку скинули? А, все, наверное, там, где я брала пластинку. Вот. Как только будет возможность, мы с тобой сразу же, конечно же, переоденемся. Поэтому не проживай. Не проживай. Вот, по-моему, голова. Вот, вот. Ты представляешь? Мы в двух шагах с тобой стояли. Вот и голова, вот и замечательно. Что я могу скинуть? Патрончики. Патрончики по пути я нашла. Патрончики мы с тобой... Уф. Уф, уф, уф. Ну, давай сбросим. А, потому что нам надо поставить голову. Это однозначно. Что я, заикание у меня какое-то. Я просмотрю голову, думаю, ее я выделила или нет. Да, пошли красиво. Пошли, красивая статуя. Мы тебя воткнем куда надо. А где у нас была статуя? А, все, вспомнила. Ты что, иди давай, иди, хорошая моя. Она у нас с тобой была в этом, на втором этаже, в другом крыле. Пошли. Явно что-то там нам хорошее. Может, там какая-нибудь автоматика хорошая будет лежать. Может, там АК-47. Может быть, там что-то более полезное, чем просто нож. Может, там будет... Это, знаешь, что? Вот эта штука. Как катана, только не катана, а другая. Как она называется? Ты знаешь точно. Вот такой же большой меч. Вот, мне он нужен. Мне нравится здесь орудовать холодным оружием. Ну, в принципе, огнестрельно неплохо сносит голову. Они так плинь-плинь красиво умирают. Но я бы поменяла нож на какое-нибудь более внушительное оружие, чтобы чувствовать свою непобедимость и значимость. Вот, но пока ничего нет. Пока мы с тобой просто бегаем, пока мы с тобой что-то там ставим, какие-то загадки отгадываем, а что-то не отгадываем. Правильно я это? По-моему, правильно. Что-то находим, что-то не находим, что-то вот не замечаем. Я вон обойму не замечала, вот сейчас заметила, подняла. Вот, вот сюда. Запас патронов нормальный. Надеюсь, сейчас не начнется никакой куролесенье. Ты сюда нельзя. А вот, по-моему, вот здесь она была. Может быть, откроется потайной ход? Алло, здорово, статуя. Я принесла твою голову. Еле нашла, ты не поверишь. Так. Использовать. А мне покажите, как это... Почему? А куда делся твой кристалл? Ага, выпал. Голова говорит, обмен у нас идет. На тебе маленький этот рубинчик, светлый кристалл. Да, бери. А книгу можно взять? Все. Все, спасибо. Обменчик произошел, состоялся. Не знаю зачем, но почему бы и нет. Выходим на выход. Теперь все, теперь с чистой совестью мы с тобой можем идти дальше. Но, наверное... Нет, я не буду сбрасывать кристалл, потому что вот явно он нам сейчас с тобой где-нибудь пригодится. Во-первых, алмазы. Лучшие друзья девушек. Пусть с нами ходят. Мы с ними будем разговаривать. Все не так одиноко, да? Вот. А в крайнем, если что, в той же комнате оставим его. Ворона, ты где? Не хотят больше умирать. Вороны такие странные. Вообще, вороны умные же твари такие. Ух, умные. Там одно и сделай что-нибудь плохое. За тобой вся стая будет охотиться. Я помню, собака гуляла на поле. Она одну ворону погнала. Ну, собака. Что-то...
Ей главное гонять кого-нибудь, не меня, так ворон. Вот, одна ворона улетела, а тут с деревьев как другие спрыгнули. Как давай за моей бедненькой собачечкой гоняться по всему полю. Она мне баллонка, там ворона больше нее. Ну, мелкие собаки мнят себя большими. Это было эпично. Ну, что, пошла отбиваться? Мы еле удрали. Поэтому с воронами, с воронами я стараюсь меньше связываться. У них интеллект иногда превосходит мой. Куда мне с ними тягаться? Круг почета сделали, ничего не нашли больше у нас. Ничего здесь нету, ничего не забыто. Берем обойму. Да, да, возьмем обойму. Я постоянно блудю. Вставим ее к нам назад в... А тут я заходила? А, да. Там какой-то ключик нужен. А вот здесь ничего нельзя взять? Нет, ничего нельзя взять. Пусть в инвентаре будет пистолетик, потому что там наверху лежит чувак. По-моему, коп, охранник. И он такой, знаешь, вот прикинулся, что он типа, ой, все, я мертвый, посмотри, у меня мозги не мозгявятся, вот это вот. А куда это я зашла? О, ух ты, какая-то новая комната. Но это сохраняшка, не обязательно, значит, было бегать. Пластинка, та-ра-та-та-та-та. Еще одна, ну... Я ее приберегу. Вот здесь мы с тобой, получается, можем сохранить старый граммофон. Нет, пока мне не надо. Отлично, это шикарно, это чудесно. Это что у нас такое? Еще одна обоймочка. Ну, пусть лежит про запас. Значит, та часть дома у нас забыта. То есть туда уже можно по факту не возвращаться. Единственное, у меня там лежит классный пластырь такой этот, перцовый. Он, когда у тебя спинка болит, между лопаток хреначишь его, вот. Он тебя вылечивает. Вот у меня такой же пластырь там лежит в комнатке. И зажигалка. А за ними я потом как-нибудь схожу и перенесу вот сюда. Потому что явно эта часть дома теперь говорит, эй, Катя, давай дружить. Вот, ключ куда? А это золотой ключ, да? Блин. Та-та-та-та-та-та. Ладно, пусть лежит. Сейчас, если мы во что-то упремся, мы уже будем знать, что где брать. А, здесь тоже солнце. Я просто надеюсь воткнуть все-таки кристальчик куда-нибудь. Отстань! Куда-нибудь в нужное место. Там мы с тобой были. Ага, просто круг почёта. А потом мы вниз поедем. Ну, конечно, как-то мы вызовем лифт. Лифт не работает, нет электричества, свечи кругом горят. То есть по первой комнате должна была понять, что здесь со светом проблемы. А сюда мы не заходили, ну давай рискнем. Страшно, что-то новое. Ну давай уже, загружай меня. Хватит моргать. А, мы на улицу вышли. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто у нас стоит? Пушечка моя. Так. Псина где-то здесь. Вот чувствую псину. Ай! Куда, подлюк ты, господи боже, ты мой? Ты что меня так испугала? Она меня за зубы укусила. У меня здесь пауза, да. Да нечестно так было. Да не объединяй. Собака проклятака! Я только порадовалась, как я убила хорошо зомбака. Как она тут-то? Пошла вон, собачина! Я, конечно, тебя люблю, но я тебя убью. С какой стороны она подойдет? Тут никто не идет. Нет, вон она. Что, бессмертная? Ой, как жалко, господи, да посмотри на нее, доберманчик мой любименький. Ой, спи спокойно, песик, Бобик. Ладно, хрен с ним. А, надеюсь, ты здесь один был? Ага, говорит, сейчас за меня отомстит моя жена. А, смотри. Ёпа-лёпа! Так, хорошо. Ну, ты тоже ближе хочешь. Хорошо. Отличненько.
А есть чем перезарядиться? А нет, у меня 2 патрона только осталось. Ладно, не страшно. Что это? Да что ж такое, Распутины? Ну давай. Это что сейчас было? Так, подожди. Вот волнение тряхануло меня, и все, и пипец. У меня сразу руки начинают трястись. Ну это вот... О, можно что-то разместить. Обязательно потом. А сейчас надо собраться. Куда пошел? Идем, мой хороший. Идем. Давай только без вот... Вот давай, я вот тоже так могу. Вдох. Вздох, не вставай. Давай, массаж спины. Тайский массаж спины с окончанием. Отлично. Та-та-та-та-та. Здесь тоже может что-то. Голова льва. Похоже, не могу снять ее с голыми руками. Как я не настолько сильна. Что там держишь? Гони, что у тебя там есть. Та-та-та-та-та-та. Хорошо, хорошо. Вообще, мне советуют экономить патроны. Говорит, Катя, тебе потом пригодится это. Ой-ой-ой, как. Поэтому экономим. Давай попробуем поэкономить. Ну... Там шлеп-шлеп. У нее самых ходулит так шлепать, что просто обокакаться. А что там еще что-то лежало? Ой! Ой, господи, говорит, я этот садовник. Пришел кусты вам подстричь. Не надо! Ты, я смотрю, уже, блин, об кактусы подстриг свою морду. Уйди отсюда. Уйди, мудила грешный. Уйди, говорю. Так, со спины. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй! Бляха-муха! Блевану! Я тебе говорил, брокколи меньше ешь! Не трогай меня! Фух! Что такое начинается? Это ж хорошо было, мужики! Я ж красивая. Не нравится мне это. Ты пугает. Я помню, что я пошла вот туда, куда не надо было идти. Так, этот явно застанет. Кто там «эй» говорит? Чё? Да ты вон пророс! Иди, фитнес-зомби, сиди нахрен! Иди нафиг. Я ж тебе сказала, не надо, не вставай, лежи лучше. Еще обойма, конечно, я буду копить. Если мне дают столько обоим, это не к добру. Ну вот оно. А, я поняла. Чай не дура, была бы дура, не поняла бы. Погоди, я поняла, что, наверное, вот этими ножницами мы с тобой должны будем откусить золотую голову льва. Или где-то Ой, это мой дом! Так отсюда братаны ко мне лезли, понятно? Либо откусить где-то цепь. Цепь откусить. Мы, конечно, с тобой сделаем, но не сейчас. Ой, что-то мне опять волнительно. Я не пойду туда. И сюда могу пойти, и туда могу пойти. Мне нельзя столько выбора давать, вы чё? А сюда могу пойти? Ага, закрыто каким-то механизмом. Там и письмо, и голова для библиотечного льва. Я понимаю все. Русалка, алло, здорово, баба. Она говорит, смотри, какая красивая. Да, ты очень красивая. Смотри, у меня грудь не хуже твоей. Ты мне скажешь, что ж я так сегодня волнуюсь. Я испугался этой долбанной статуи. Хотела спросить, есть тут зомби или нет, а это меня... Ты вообще срамоту свою прикрой. Испугала. Это мы куда с тобой войдем? Замок заклинило. А если этот замок заклинило, это получается вход. Не знаю. Ладно, я сейчас запоминаю, куда нам можно пройти, куда нам нельзя пройти. Вангую, что сюда мы с тобой не зайдем. Логично. И, скорее всего, сюда нас тоже не пустят. Дверь закрыта, у меня есть маленький замочек. Да, использую старый ключик. Наконец-то. Ты понимаешь, фишка в чем? Сейчас столько всего, и все надо уместить, и все надо запомнить. А я не могу все это запомнить. Это куда нас ведет? Погоди, давай сюда пойдем. Я еще... Размеры дома-то не осознала. Куда я иду? Так это моя комната! Да! Пляши! Пляши, мы с тобой пришли переодеться. А как выйти отсюда? Так эта комната теперь будет всегда открыта. Ой, как голосок!
Отстань. Здесь кому-то заперт. Так! Нам с тобой повезло просто чертовски. Мы переодеваемся. Сменить одежду, да? Да, да. Ой. Заодно я успокоюсь. Что-то меня мандраж какой-то бьет. Бывает такое. А, есть современный костюм медсестры. Давай, я тебе все покажу. И костюм горничной. Есть еще наряд выжившего. По-моему, с тобой смотрели какой-то. Да. Давай с медсестры начнем. Стыдно ей. Смотри, все закрыла. Типа, отвернитесь. Отвернитесь, смотрите на меня красиво. Повернись теперь людям. Давай, как в этих, как в фильмах. Вот что, она прям даже по внешке изменилась. Тебе так не кажется? Ну, такая бледнота стала. Ты что, взбледнулась, а? А, ладно, давай костюм горничный. Мне кажется, он должен быть посимпатичней. Не, ну, медсестра тоже неплоха, неплоха. Ну, ой, а вот эту... ну, тоже неплохо. Как тебе, а? Проведем уборку здесь? Уберем здесь все, все, что намусорили. Я не знаю, в каком костюме походить. Ну, давай пока останемся горничной. Будешь горничной? Повернись. Горничная красоточка у нас, мне кажется. Пусть будет горничной. Пошли, сейчас метелку в зубы. И пойдем под прыжом зомби на уборку. Ты знаешь, когда эти родаки приходят домой, да, ребенок устроил тусу. Вот. А они ловят всех этих малолеток и говорят, ну все. Да. Ага, позади этой изгороди я вижу слабый свет. Это шикарно, но как туда пройти? Давайте, мелкотня, помогайте убираться. Вот сейчас я также зомби подойду и скажу, и что вы тут намусорили? Кишки свои размотанные разбросали. Давайте быстро убирайтесь. И вот эту дверь мы с тобой еще не проверили. Замок сломан. Замечательно. Классно. Ну, милашка, милашка. Мне нравится ее прическа здесь. Вот эта вот строгость, лаконичность полицейского ушла. Осталась такая легкая рябь на башке. Вот как это называется. Туда мы ходили, туда мы ходили. Что ж, возвращаемся в дом. А нет, погоди, у нас с тобой есть место. Мы с тобой берем, значит, эти ножницы. Попробуем отрезать голову вот этому маленькому мини-льву Симбе. Да. И... надо придумать, куда ее примострячить. Пока никаких вариантов у меня нет. У меня много всяких штучечек есть. Там типа кристальчика. А если так? Погоди. Допустим. Допустим, я сейчас мозги умею включать. А если мы с тобой эту изгородь, вот эта, которая там слабый свет, мы с тобой подстрижем кусты. Такая... горничная садовница, огородница. Я знаешь, какой огородница? Мне секатор в руки дай, я нафиг все состригу. А-та-та-та-та-та. И пальцы себе заодно. Ну вот! Не надо лакать! Нет! Ёпа жопа! Пошел вон от меня, красивый! Че, я на тебя патрон должна тратить? Ну давай, если получится с одного выстрела укокондить, то мы с тобой... Ёптель-моптель, а хер ли ты бежишь, мужик? Ох, видел, как я ему аппендикс с одного выстрела в ребро убрала? А что-то он стал такой быстрый. Тебе так не показалось? А он увидел меня, говорит... какая домработница! Шналя, шналя, иди сюда, приберешься в моем палисаднике. О, здорово, красавица. А, взять медальон ангела, да. Сорян, я тебя тут немножко подворовала. А что, твой охранник был, да? Сторож твой? Дерьмо он был, а не сторож. Я его выстрелом в голову успокоила. Ну, сейчас однозначно возвращаемся в дом. Это прям строго. Зачем? 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 Затем, что у нас там еще наверху комнаты неизведанные. Как же тебя забрать-то? Я не знаю. Предположим... О, а это что такое? Бинчики, бинчики, еще бинчики. Ладно. Мне же по карте все это отмечается. Ну что, типа я что-то оставила где-то. Вот, вот смотри, там у меня сверху зажигалка и бинтик. Вот в этом помещении... что?
А, мы там с тобой сбросили, по-моему, обойму. Значит, и здесь у меня пометочка будет. Замечательно. Я тогда так играю. Я тогда согласна. Ну, пошли убираться в доме. Хорошо, огонь держит. Непонятно, правда, на чем. Газовое, что ли, у вас там оборудование? А, ладно, быстро бежим. Надеюсь, тут никто не появился. Никто не появился, это хорошо. Нам на второй этаж с тобой. Вот, вот здесь вот у нас что-то есть. А веет тьмой и злом. Ну, пусть веет. Чё б не веять, если веется. Па-па-па-пам-па-пам. У нас все забито. Куда же этот медальон можно примострячить? Не знаю, в Даркрум зайти. Блин, какого хрена я зашла в Даркрум? Это как... Вот эта дурная голова в ногам покоя, блин, не дает. Да иди ты нахрен! Блядь, такое, господи, почему я так пугаюсь? Потому что, знаешь, когда не ожидаешь, что он тебе в горло будет орать... Что ты хочешь? Я уборка без интим-услуг, руки убрал. Я только пыль вытру и сантехнику помою. Трубы могу твои прочистить, правда. Ушел от меня. Я фартук сменить должна. Все, молодец. Ой, ну вот пойдешь на превьюшку, красота моя ненаглядная. Я тоже в горничную переоденусь, мы с тобой тут вдвоем будем стоять. Это когда вот красную кнопку не нажимайте сюда, не нажимайте. А ты берешь и нажимаешь. А я не поняла, мужик, а как спуститься-то? Ага. Для особо одаренных где-то внизу еще будет дверь. Я прыгать не могу, чтобы ты понял. А я могу горшки поскидывать. Ну-ка. Могу? А зачем они здесь стоят, эти горшки? Давай применим силу огнестрела. Ага, говорит, твоя сила огнестрела, минус одна пуля. Ой, как это нехорошо было. Мужик, слышь, лестницу подставь мне какую-нибудь, я к тебе спущусь, приберусь. У тебя там такой срач, будто ты годами не убираешься. А я везу обойму. Вон там обойма лежит. Ну, что я могу сделать? Темная комната, она и в Африке темная комната. Хочешь фонарь включить? А где мой фонарь? Почему у меня фонарь не работает? Типа, ты горничная и светить не можешь? Внутренним светом, блин, светя. Я не поняла, почему не работает фонарик. Вот я на Ф нажимаю, понимаешь? Вон он у меня стоит. Фонарь. Какой использовать? Ты меня сейчас начнешь использовать. Изучить, дай-ка я изучу. Да. А, подожди. Нет, погоди. Использовать. Алиша больше не может? В чем проблема? Фу, блин. Говорит, в том проблема, что неоткуда светить. Ты оставил фонарик в робе полицейского. Вот у меня есть еще одна штучка. Ладно. А здесь что у нас? Маменька ведет деточек в садичек. И говорит, наконец-то сдам вас на руки, воспитатель. Сама отдохну, успокоюсь. Закрыт. Символ земли. Та-та-та-та-та-та. Куда же нам пойти? Вон мужик лежит. Пошли разбудим. Скажем, не время отдыхать на посту. Слышь, Горемыка. Да я знала, что ты там визжишь. Вставай. Ой, Гай, ты что меня разбудила? Я же ночную смену сегодня охраняю. Ты че на ошибке сидел? На обойме? На обойме сидел. А куда она ее взяла? Так они скандируются! Короче, складываются друг друга, скалируются, да? Погоди тогда. А я что-то думал, для каждого свой слот. А че вы мне сразу-то не сказали? Че дур-то из меня делаете? Весело, это хорошо. Это прям супер. С ключами так не проканало. Есть что еще? Нету ничего. Так, теперь надо найти... Вот здесь мы были? Закрыто с другой стороны. Найти то, во что можно ставить либо кристальчики, либо... Ключ, золотой ключик. Хорошо, золотой ключик у нас с тобой лежит внизу. Ну, пошли вниз. Мадам?
Видите, ценитель архитектурной античности тут живет. Все так дорого, богато. Нет, я люблю больше, знаешь, какой стиль? По карману который. По карману. Но мне бы что-нибудь попроще. Мне нравится скандинавский стиль, минимализм. Это мое. А вот это вот роскошь, мне, я к ней не привыкла. Это необычная дверь. А, на Е. Можно что-то разместить. Ну, давай попробуем разместить с тобой. Нет. Окей. Да подожди ты. Ну, я, да, я умничка, я зайка, я так и догадалась. Слышь, свечи. Опа, не светится. Заодно берем ключик. А с символом Луны? Это хорошо. А где у нас символ Луны? Ты Луна? Нет, говорит, я солнышко. Я солнышко яркое. А Луна у нас определенно была в доме, но, по-моему, еще и где-то здесь была Луна. Я говорю, было бы просто шикарно, если бы на карте помечались двери с символами. Прям вот дверочка нарисована красненько, и там, допустим... Мы здесь были с тобой? Я уже заблудилась. А, да, мы с тобой зайдем. Ну, пошли как раз сюда. Там нарисована была Луна. И ты такой, опа, все ясно, понятно. Не надо... Ничего больше не объясняй. Подожди, а у нас в саду была обойма, да? Обойма лежала, я заберу ее. Как пройти в сад? В саду обойма, надо вернуться. Надо вернуться, в нее забрать. Это что у нас тут? Это я с сохраняшки зайду. Ухожу, ухожу. Можно здесь кристалл, кстати, оставить. Тебе так... Нет, не буду оставлять. Ходи. Я еще сад буду полгода искать. Вот точно полгода буду искать. Ну, его в баню. Мы с тобой заблудимся сейчас. У меня топографический кретинизм цветет и пахнет сегодня. Просто вот цветет и пахнет. Я не знаю, почему. Но такое иногда бывает. Пошли то, что вот мы знаем, то, что мы помним, то, что мы любим, то, что мы бегаем. Солнышко. Там у нас какой символ в подвале? По-моему, земля... О, нет, Луна, замечательно. Вот сюда и пойдем. Это мы прям вообще к крысам спустились. Повар! Ё-моё, повар! Ты чё? Вставай! Клиентура пришла, жрать просит. Так, официантка идет, официантка идет. Официантка, не подходи. Ну, подходи, давай. Заказ у меня принять хочешь? Что там стол? Повар вообще мертвый. Ай, повар живой. Вот это я себе жизнь усложнила. Вот это я могу. Вот это я умею, вот это я практикую. Пошли в баню! Не подходи! Куда дистанцию соблюдай? То есть я тебе чаевые не оставлю. Поняла, я тебя монетами 50-копеечными закидаю. Ты не блюй, тварь! Ты мне типа в суп плюнула, да? Лежи и бойся. Ух, ладненько, расквитали с ними двумя. Стрёмно у вас это кафешка. Тут санбединстанцию надо вызвать. Протухший виноград у вас в курсе вы? Опа, да не. Блин, а чё я раньше-то не додумалась, что у меня сохраняется все. Почему фонарь не фонарится? Объясните мне. По какой такой лихой причине? Вот. Использовать. Сейчас она не может использовать. Потому что, Катя, тебе достаточно света от печки электрической. И похоже на небольшой... Видно, доставка еды в особняк. Еды не будет. А ты что там пригорюнился? Су-шеф, иди сюда. Давайте я научу эти роллы готовить. Берешь, короче, капустный лист. Кладешь туда эти водоросли. Да. Варишь гречку. Это авторский рецепт. Не слушайте. Не слушайте его, что он говорит, что я дерьмо несу. Все правильно. Замечательные роллы. Труба отвалилась. А это что такое? О, настольные часы нерабочие. Я вижу, что под ними есть бумажка. Подвинуть часы? Ну, типа, да. Давай читать. Записка гласит. 6:40, время ужина. А, я поняла. Это на часах. Где-то там на часах надо выставить. Ну, чтобы мне это запомнить, мне надо записать. 6:40. Какие цифры красивые. Знаешь, какие они красивые? Почему? Потому что они четные. Я люблю четные цифры, потому что их можно поделить. А делить я люблю. Потому что когда ты делишь, значит, всем все достается поровну, и это честно. А нечетное число не делится. И это печаль, беда, кто-то в пролете будет. Ага.
А какой это ключ? А если... Подожди. А я могу объединить? А, только 15. Только 15. Ладно. Я сейчас проверю кое-что. Погоди. В саду-то у меня не отобразилось, что у меня там лежит тоже что-то, то, что есть. Почему? Вот теперь этот сад надо найти, этот ключ надо взять. Я не знаю, можно что-то скинуть. А что скинуть, понятия не имею. Блин. Печаль, беда. Кажется, эта дверь закрыта каким-то механизмом. А, ну это же луна. А, можно, знаешь, что тогда сделать? Пойти пооткрывать все комнаты с луной? А мы сюда, вот сюда ломились? Замок заклинил. Хорошо. Все комнаты с луной мы пооткрываем. Ключик исчезнет. Мы сюда вернемся и возьмем тот ключ. Вот. Так что пока возвращаемся в дом. Голодный, холодный, не солоно хлебавший. Что это такое? Вот что это за клиентоориентированность? А, нет, вот сюда нам. Надо же, чтобы... Вот ты пришел такие... Ой, здравствуй, гость дорогой. Тем более я горничная. Пришла убраться, помочь им там на кухне. Да, там почистить картошку, морковку. Они должны были встретить меня. Они как меня встретили. Ой, иди сюда. Нам нужны твои мозги. Мы должны тебя приготовить. 6:40. Влево-вправо. Я что думаю? 6 это как 6? Ну, а в целом 6 это всегда как 6. Это мы долго так будем. Смотри, какое солнышко красивое сверху на тебя смотрит. Доброе. Так говорит, господи, дурка какая-то играет в эту игру. Знаешь, кому тебе надо? Шла бы ты лужи мерить на улице. Осень золотая, красивая. О! 6:40. Фу! Ты смотри, я часовщик-настройщик. Такая ты засранка, эта игра. Маленький инвентарь называется. Я поняла, но нам эти часы надо будет как раз в тот зал ставить. Пошли здесь побегаем. У нас... Да, у нас точно в доме был символ луны. Ты не сбивай меня с панталыку. Это Веста. Так, Веста нам не подходит. Мы до Весты еще не добрались. Ты кто? Ты туалет. Туалет нам тоже не нужен. Мы уже это памперс натянули. Взрослый. Знаешь, как удобно. Фу, бегаешь, ни о чем не паришься. У зомби увидел, обкакалась. Ну и что? И кто тебя будет осуждать? Да никто. Никто не видит. Там только немножко, может быть, пахнет. Вот. Все, предмет сброшен. Вот, вот этого я пыталась добиться. Ой, как он зачесался-то. С перепугу. А, так это наша комната. Фу. Это наша комната. Теперь мы знаем, как сюда зайти. Да, я поняла. Мы с тобой выйдем как раз с другой стороны, с улицы. В сад мы выйдем, правильно? Скажи, что мы вышли в сад. О, это мы удачно вышли. Заодно мне плутать не надо. Я сейчас быстро... простите, девушка не туда пошла. Обойму подберу. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Я сейчас в голове все прокручиваю, понимаешь? Я настраиваю свой навигатор. Умненький, умненький навигатор, который говорит, Катенька, я все запоминаю. Поверни, пожалуйста, налево. Поверни, пожалуйста, направо. Вот здесь вот что-то лежит. А здесь бинты лежали. Почему я думала, что обойма? Ну, возьми их тоже, пригодятся тебе всегда. Я не знаю, как тебя достать, веришь? Нет, не знаю. А тут вот механизм. Каким-то механизмом. Хоть бы уточнили, какой механизм. Или я прям так и найду. Вот на лавочке лежит какой-то механизм, он тебе точно нужен. Хоть бы обозвали. Электрический механизм на силе светлячков, блин. Вот сюда. Да, вот сюда. Па-па-пара-па-пам-пам-пам. Пошли с тобой. Выйдем. Выйдем. Второй этаж проверим по луне. И в целом все нормальненько у нас с тобой получается. Ага,
Ага. Не то, не то, не то. А, ну все. Все, всю луну мы с тобой открыли. Ну-ка, давай я зайду. Эта комнатка у нас с охраняшечками. Я здесь бинтики оставлю. У меня здесь медпункт. А, зажигалка у меня и бинты валяются. Бинты такая штука. Они же больше не возьмутся, да? Нет. А, знаю. Значит, я, короче, сброшу бинты. Мне в любом случае нужно будет мази брать. Угу. Все. Все, слушай, я... Бинты для мази, вот эту вот повязку красиво делать. Мы с тобой сейчас можем вернуться, взять ключ даже на кухне. И уже продолжать там бегать. Представляешь, кто там смотрит? Никто не надо. Не смотри, не выглядывай. Точно здесь? Да, здесь там. А это в другое крыло переход. Вот так мне нравится. Вот так я запоминаю. Куда сейчас идти? Ну-ка, напомни мне. Это комната, это то-то, это. А вот здесь у нас что будет? Символ Ангха. Это Минерва, по-моему, и солнышко. Ну, это мы пока не нашли. Библиотека... А, слушай. А если в библиотеку попробовать кристалл куда-то вставить? Там было такое место, чтобы вставить кристалл? По-моему, не было. Нет, по-моему, такого я не припомню. Заодно мы сейчас в часы сможем ставить механизм. Вот, точняк. Все прям главное. Главное это, знаешь, вот это вот распределение, менеджмент, тайм-менеджмент, чтобы знать, что, куда, как, по секундочкам. Не сидеть лишний раз в инстаграмчике, а пойти что-нибудь покушать. Мы сюда подходили вообще, мужик? Мужик! А, будь у меня зажигалка, да ну... Да нет у меня зажигалки, я что-то раньше не мог сказать, в следующий раз тогда зажгу. У меня зажигалка на втором этаже валяется. Тупыш, как слоняра, пошли. Если зажечь свет, возможно, там что-то откроется, ну, типа, о боже мой, свет свечи озарил мою грешную душу, я увидела проход в истинный мир. Синюю таблетку принимаю я, и отличненько все. Да, берем ключ. Скажи, что он откроет ее. Нет, это тоже какой-то механизм. А, это такой же механизм, который находится в этом. Ну, вот там, где растут кактусы, в саду. А так, погоди. А с часов я взяла механизм? А с часов я ж не взяла механизм. Ой, уж дел. Почему такой маленький инвентарь-то делают? Вы чё? Зачем оно так? Почему? Пусти меня. Вообще, здесь можно еще сумку одну какую-то найти? Такое ощущение, что вот здесь... Вот, покажи людям. Вон, видишь, слоты есть. А если их нету, то это пипец. Где часы были? Так, сбросим. Я не знаю, что сбрасывать. Сбросим старый ключ. Так. Теперь берем. Да нет, не тебя. Опа, отойди, чтобы он у меня исчез. Вот. Да. Четкость в действиях должна быть. Все знать, что, куда, как, а зачем, почему вообще, что происходит. Па-па-па-пам. Вот сюда. А где у нас часы там были? А у нас там были часы? Да. Да? Да. Вот здесь были часы. Вон они смотрят на нас своим одноглазым глазом и говорят, Катя, ну в конце-то концов, давай. Не работает. Да, я тебе скажу, что не хватает. Колесико. Шестеренка это называется. Ой, спасибо. Спасибо большое. Взять золотой ключ. Да. А ты что, назад повернулся? Говорит, у тебя было 2 секунды взять ключ. Не успела бы твои проблемы. А, хорошо, у нас золотой ключ, если я не ошибаюсь, изучить. Да, это для библиотеки. В библиотеке мы с тобой уже сможем все пооткрывать. Ну, давай, наверное, это я сохраню сейчас, мы продолжим в следующей серии. Потому что мы заигрались, а заигрываться, ну, такое себе удовольствие. Да подожди, не под силу, смотри, как я умею.
Да. Ей, вернись, мне покажи мне моего любимого Баха. Да, я все вот. Отлично. Отлично, у нас есть сохраняшка. Музыка-то играет похоронная? Не заиграет. Говорит, в этот раз... Во. Хорошо, это что у нас такое? Ой, вот она обоймочка, да. Все, хорошо. Вот на этой радостной ноте, ну что тебя вообще не видно? Ты хоть людям покажешь? Вот. Такое ощущение, что она горничная вампиресса. У нее немножко губы красные, как будто кровь стекает. Мы останавливаемся на этом. Прикольно, сегодня побродили, что-то понаходили. Продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, я в следующей серии найду тоже пластинку так же быстро, как и сейчас. Вот, это все. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду рада вашим лайкам. Пишите комментарии. Кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Ссылка на плейлист с игрой где-то там снизу. Все, всем пока-пока. До встречи в следующей серии.